Тайник в запасном колесе. Около килограмма синтетических наркотиков нашли оперативники в Махачкале при осмотре машины. Запрещенные средства, схожие с препаратом мефедрон, перевозил 27-летний житель Ростовской области. Запасное колесо оказалось в буквальном смысле слова нашпиговано пакетами с психотропными веществами. Всего 928 грамм, а это миллионы рублей. Со слов подозреваемого, товар приобретен в Ростовской области. Часть указанного злоумышленник уже сбыл и намеревался продать остальное в Дагестане. Мужчина доставлен в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело. Следствию предстоит установить достоверность показаний задержанного и круг лиц, причастных к распространению наркотиков.